Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Markets с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Это конкретные торговые фундаментальные идеи, это идеи, которые основаны на техническом анализе, их общие новостные тенденции, которые также могут помочь вам в принятии торговых решений. В общем, информации достаточно. Опять же, мы добиваемся того, чтобы максимум этой информации был в одном сообществе, в одном канале, чтобы этой инфы вам хватало. И, соответственно, чтобы все новостные, фундаментальные, идейные пробелы были полностью закрыты. Если у вас есть какие-то комментарии, пожелания, обязательно оставляйте вашу обратную связь, фидбэк. Это всегда приветствуется, потому что мы можем стать лучше только лишь с вашей помощью. Ну что ж, теперь к рынкам. Индекс доллара, европейская валюта, золото, нефть, все эти активы, друзья, сейчас двигаются в рамках тех тенденций, которые мы с вами и наметили. И сегодня, комментируя текущие уровни, общую ситуацию по этим активам, я буду продолжать призывать вас также верить в рост курса американского доллара с учетом того новостного фона, который сейчас складывается. Индекс американской валюты сейчас котируется на отметке 98.27. Если кто-то из вас забыл, то я отношусь к лагерю трейдеров, которые считают, что индекс доллара практически обязан сейчас уже быть в районе 100 пунктов ровно. Поэтому если у нас прогноз по индексу доллара, который предполагает такое активное его восходящее движение, неважно, против какого актива вы бы им не торговали, то есть долларом, против евро, британца, новозеландца, даже рубля, вы должны понимать, что у доллара сейчас есть очень хороший потенциал. И этот потенциал начал реализовываться уже с прошлой недели, когда американский регулятор принял решение повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Не очень хочется сейчас уходить на 10-й круг и обсуждать, что было сказано Пауэллом неделю назад, но у нас есть с вами возможность пройтись по горячим следам того выступления, которое состоялось вчера. Это выступление тоже председателя ФРС Джерома Пауэлла, и, как и ожидалось, он еще больше, скажем, пролил свет на планы регулятора касательно того, что будет с монетарной политикой дальше. Сейчас у нас есть уже, делая отсылку на то, что было сказано Пауэллом, понимание, что до конца 2023 года ставка, ключевая ставка ФРС будет повышена не менее 11 раз. Пауэлл позволил себе даже комментарий, что лично он готов голосовать за повышение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном из последующих заседаний. И я даже больше вам скажу, друзья, вот на основании той информации, которую мне удалось найти на рынке, такой комментарий был интерпретирован следующим образом, что если Пауэлл все-таки сейчас начинает активнее и при любой возможности признавать то, что американская экономика сталкивается с беспрецедентным риском роста инфляции, может быть, Пауэлл через какое-то время станет вовсе героем дня, анонсировав внеочередное заседание американского регулятора и, соответственно, решение на вот эти повышение ставки на 50 базисных пунктов. Внеочередное заседание американского регулятора – это не такая уж и новая тема. Мы сталкивались с ним некоторое время назад. И я допускаю, друзья, что если по итогам этого месяца индекс потребительских цен в США перевалить, скажем, за 8,5% или окажется еще выше, вероятность этого очень высока, потому что как раз мартовский показатель инфляции, он будет уже в себе сочетать все проблемы, дисконтировать все следствия от роста цен на энергоносители до сохраняющихся проблем с логистикой, дефицитом поставок и так далее. Поэтому при росте инфляции я, пожалуй, соглашусь с теми, кто рассчитывает на какой-то новый виток агрессивного подхода регулятора к процентной ставке. Но если в сухом остатке, получается, что у нас нету причин полагать, что
Через какое-то время, через месяц, даже через квартал, через полгода вот эта тенденция роста доллара, она может закончиться. Друзья, это невозможно. Ровно до тех пор, пока регулятор не вернет ставку к нормальным значениям. А где нормальные значения сейчас, это хороший вопрос, риторический. Как правило, если руководствоваться экономической теорией, нормальное значение ставки должно быть на 1 процентный пункт, но может быть чуть больше, а выше, чем текущий показатель инфляции. Поэтому если инфляция в США сейчас 7,9%, то нормальный показатель процентной ставки для американского регулятора в районе, получается, 8-9%, но она сейчас на уровне 0,5%. Поэтому вот этот путь нормализации политики, он будет очень долгим, и я собираюсь этот путь использовать, чтобы хорошо заработать на долларе. Доходности американских трежерис растут, это еще одна для нас поддержка идеи того, что сам доллар будет крепчать, потому что сначала идут вверх доходности трежерис и тащат потом за собой индекс доллара. Европейская валюта сейчас котировки 1.0987. Выступление Лагард вчера также в центре внимания трейдеров. Очень верный комментарий и большое спасибо за то, что она подчеркнула тот факт, что политики Европейского центрального банка, например, и политика Федеральной резервной системы – это не синхронные курсы режимов монетарных. То есть политика Европейского центрального банка может существенно отличаться от действий Федрезерва. Потому что Европа сейчас находится в очень уязвимом положении из-за ситуации в Восточной Европе. И, соответственно, проблемы сейчас для нее более актуальны из-за последствий этих событий, чем, например, для американской экономики. И Лагард в очередной раз отметила, что она будет отстаивать идею того, чтобы сохранить экономические стимулы как можно дольше. Без жесткой монетарной политики в еврозоне мы не увидим дорогой евро. Поэтому европейскую валюту против доллара продолжаем шортить, и цель ближайшая 1.07. Доллар-канадец 1.26, цель 1.25 актуальна. Два дня назад, друзья, началась забастовка на канадской железной дороге протяженностью более 20 тысяч километров пути. Это главная транспортная магистраль и магистраль, которая обеспечивает логистику внутри страны. Считается, что это негативный фактор, вроде бы как для канадской валюты, но я разделяю другую точку зрения. Если мы сейчас говорим о еще одном кризисе, который повлияет на логистику и сорвет поставки, это значит то, что цены на продовольственные товары, энергоносители будут еще выше. При росте цен будет расти инфляция логичным образом, а с инфляцией нужно бороться, повышая процентную ставку. Поэтому я вижу в текущем новостном фоне больше даже фактор поддержки для канадского доллара, потому что если 13 апреля канадский банк ужесточит политику, канадский доллар укрепится, и мы точно сделаем нашу с вами цель по этой паре 1.25. Рынок нефти 114.60. Краткосрочная цель в районе 115 уже практически сделана. Идем выше 120-125 и 130. Эмбарго потенциальное пока что со стороны страны ЕС на поставку российской нефти — актуальный вопрос. И в случае реализации, конечно же, дефицит предложения станет еще более насущной проблемой. Другого новостного фона сейчас даже выдумывать не нужно. Если рынок варится в теме того, что завтра нефти не хватит на всех, то давайте использовать этот новостной фон, чтобы опять же прокатиться на вот этом бычьем ралли и заработать еще больше на восходящем тренде. И золото 1936 развернулось. Я рассчитываю, что уже сегодня мы сможем протестировать $1950 за тройскую унцию. Большое спасибо стагфляции, рискам инфляции и разговорам о гиперинфляции. Кстати говоря, о гиперинфляции, я полагаю, что можно будет поговорить на одном из последующих брифингов, потому что эта тема все актуальней и актуальней. 1950 и $2000 за тройскую унцию – это ближайшие цели. Сегодня в 16.15 ждем выступления Лагард, и потенциально это может стать еще одной причиной снижения евро. На этом, друзья, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока.